Атрибутика Великой Победы сочинских клумб никуда не исчезнет, обещают ландшафтные дизайнеры. Ее дополнят яркими цветами. Циния, антиринум, агератум, сальвия, герань и ипомея расцветут в новом курортном сезоне. Мы должны помнить, мы должны видеть, мы должны понимать, что это есть. Было и будет в наших сердцах, в нашей памяти провести эту нить поколений, чтобы помнили. Но наряду с локальными клумбами, которые включают в себя атрибуты праздника, победы, будут просто обычные пейзажные клумбы. Светлана Очагу вместе со своими коллегами заканчивает оформлять клумбу на улице Новогинская. Работает в отличном настроении и хочет его передать горожанам и гостям курорта. Работа проходит прекрасно. Заканчиваем посадки к летнему сезону. Цветы всех разнообразных красок, высоты. То есть это такой будет микс в стиле Прованс на улице Новогинская. Рядом с агератумом появятся и другие растения. Оформители в этом сезоне решили поэкспериментировать и с сортами, и с цветовыми решениями. Всего 560 тысяч цветов высадят мастера во всех районах Сочи, начиная от Лазаревского и заканчивая Адлерским. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.